Нормально. Что тебя? Ну что, может, вы сюда какой-то провал? Берите дальше, вот так. Просто две руки не надо вымазать, а ты подбирайся, ты за костер отвечаешь. Дружные люди собираются и празднуют праздничек. Морковку режет кто-то или нет, пацаны? Морковку продают. Вот, видите? Завидуйте. А я приехал на той машине. Добрый день. Здравствуйте вам, пожалуйста. Вот на вот этой машине, на арестованной, которая была. Видите, вот тут еще сзади, гляньте, что написано. Хабарив не даю. Бачили? Все. Меняет. Вы подивитесь, что он менял машины. Куда ты поехал, мент? Давай сюда, куда ты валишь? Глянь, глянь. Глянь. Так ты подивись, а ты глянь. Он впетлял. Руслан, ты не разбивай роток на чужой плавок. Руслан, а знаешь, что он смылся? Он думает, это переходное. Щоб у нього на носі не було таке, як у тебе. Так я ж йому хотів розказати, що на чужої той самий плов не розбиває роток. І вони ж показують закон, показують документи, тикаєш носом, а не ну, на сконці не потрапляє. Подивіться на його походку, то що справа. Він пливе. Ви бачите? Це парень должен в балеті. Вы танго или как вы? Рунко! Два раза кури, не три раза. Доброго дня! А что у вас маска шита? Тоже с этого самого, с обувной ткани или что? Да? А вам экоспецназ остановить? Ну вам оно лычит. А что, восстанавливать? А, да. То ж свои шныри. Скажите, а вы колечко уже сдали, чтобы погулять? Я женского бухгалтера. На праздник. Товарищ инспектор, а пшеницах можно? Два дни получаем. Скажите, а вы уже колечко... Экономия какая? Как это интересно, вот, если бы вы, никто бы не понял. Вас, наверное, если не понял. Управление, чтобы все наладилось. Я не говорю, чтобы все наладилось. Я говорю, пока живут на свете дураки, обманом бы нас стало жить с руки. Понимаете? Потому что тогда есть поле чудес и страна дураков. Мы можем идти посадить туда, например, ваши такие вещи, и они родят. Понимаете? Смотрели, про Буратино. Вот как вкусно там. Плов какой вкусный. А мы будем его кушать. Вот Буратино после обвода обманул. Одела ему масочку, потом вытерла ему сопельки и все. Вот с вами то же самое делает. Вы Буратинки, а ну посмотрим, как вы будете выглядеть в масочках. И смотрят на вас. Сейчас мы колка их. Буратинки наши в масках. А у кого есть, например, отец военный, то точка звонит. Это солдаты.